Всем привет! Заказывал аккумулятор для сотового телефона Nokia. Пришла вот такая вот коробочка. И давайте посмотрим, что в ней находится. На вес очень легкая. В коробке находится нечто похожее на аккумулятор. Все-таки есть сам аккумулятор. Оригинальная упаковка. А это, видимо, просто, чтобы он там не болтался. Вот это вот и есть сам аккумулятор, но есть одна небольшая проблема. У меня нету сотового телефона для его проверки. Сейчас мы на него посмотрим. Оригинала, к сожалению, у меня нет, поэтому смотрите сами. Меня попросили просто его заказать. Модель аккумулятора BP-6M Nokia 3,7 вольт. Три выхода здесь. Со средней точки, видимо, напряжение снимается. Сейчас я проверю с помощью мультиметра. Это, в принципе, все, что я могу сделать. Приступаю я к измерению напряжения на аккумуляторе. Плюс у нас с этой стороны и минус с этой. Посмотрим, сколько он покажет. Он показывает 3,9 вольт без нагрузки. В принципе, это заряженный аккумулятор. Ток я измерить не могу, поскольку если я буду мерить ток, то это будет равносильно короткому замыканию, приложенному на клеммы. Ну, судя по всему, этот аккумулятор работает, так как у меня нету сотового телефона, я его не могу вставить в сам аппарат. Поэтому на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.